А вот губернатор Дуздаба, получив пакет, адресованный, вероятно, тегеранским или военным властям, ничего не понял. Я его попросил отпустить солдат, которые тут ни при чем, так как это я дал распоряжение сопровождающей меня охране ехать в Дуздаб. Он сказал, что должен запросить инструкции у Тегерана, а пока предоставил в наше распоряжение маленький, а довольно обособленно стоявший домик. Так как, по общему мнению, телеграммы в Персии ходили на верблюдах, то я полагал, что переписка губернатора с центром даст мне достаточно времени, чтобы подготовить следующий шаг – перейти еще одну границу, ну то есть индийскую, и сделать это, конечно, не спрашивая разрешения у персидских властей.